К другим темам. В регионе газифицировано почти 85% населенных пунктов. Об этом в ходе заседания регионального штаба по данному направлению сообщил глава региона Ради Хабиров. Сейчас в Башкортостане реализуется программа газификации, рассчитанная до 2025 года. Расходы на нее оцениваются в 16,5 миллиарда рублей. Предполагается провести газ в 25 тысяч домов и почти 300 социальных объектов – школ, больниц, детских садов, домов престарелых. Также по поручению президента страны более 131 тысячи домов войдут в еще одну программу догазификации. В начале года республика получила на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей. Вообще, с «Газпромом» взаимодействие республики складывалось всегда 5-летние планы. Вот последний по этому плану вот, был реализован 17-21 года. Он был реализован в 2021 году. Мы в 2021 году с Алексеем Борисовичем подписали до 2025 года соглашение. Оно чем отличается? Ну, во-первых, денег больше стало. Просто денег больше. И, соответственно, видов протяженности магистральных сетей, локальной сети, редуцирующие станции. То есть все это гораздо больше. Также Ради Хабиров и Андрей Назаров осмотрели производственные цеха компании «Газпром газораспределение Уфа». Здесь собирают так называемые пункты редуцирования, которые направлены на повышение давления подачи газа, и систему «Агидель-3000» для электрохимической защиты трубопроводов.